This one is a really great new catch that I made thanks to a tip from one of my viewers in Sweden. This is a brand new station, or I suppose relatively new. There's the times and frequencies that you can check out if you want to listen to it as well. It is Echo Helsinki, which is a sister station of Echo Stockholm, and these two stations broadcast news in Russian to Russia. I used an external wire, a 3-meter wire, that I just threw out of my hotel window, and it really made a big difference because with the whip, there was almost no reception. So the station is run by Russians, these people, and it was started by an internet company in Finland called Barnov. О сочельнике и о приготовлении праздничного стола. Так как сочельник является главным днем рождественского праздника в Финляндии, это традиция, которая уходит корнями в 13 век. В старом финском городе Турку обозначается рождественский мир. В средние века рождественский мир объявлялся королем ровно в 12 часов сочельник и действовал в течение 20 дней. На это время прекращались войны, а преступления наказывались суровее, чем другие. Начиная с 1886 года. Это место было центральным местом ижи. Также было принято брать сауны и мышечные для омовения и приготовления к помещению. Там же при праздновании финны приносили дар еду и печу эльфам и домовым. Каким кулинарным праздником было Рождество. К нему готовились, его ждали и им по-настоящему наслаждались. Самое главное в Рождестве – это то, что можно вдоволь поесть. Это напиток с душистым ароматом гвоздики, имбиря и корицы пришел из Средневековья. В середине 19 века приготовление глёга мёд был заменен на сахар, который стал наследием простого народа. Сахарник был рафинированным и представлял собой небольшой кусок. Поливая его небольшим количеством водки, сахар таял и стекал в напиток. Часто глёг подавался с имбирным печеньем. Гвоздью вечерней программы являлся приход Санта-Клауса, который стучал в дверь и спрашивал. Обычно в каждой семье только послушные дети, поэтому они все получали подарки. Считалось, что после рождественского ужина, приходившегося на ночь в канун Рождества, к трапезе присоединялись домовые, гномы и прочие добрые духи, населявшие дом. Поэтому еду оставляли на столах до самого утра. Ну и, конечно же, елка. Известно, что рождественские елки появились в Финляндии с 20-х годов 19 века. Самое раннее упоминание рождественской елки относится к 1829 году, когда сановник из Хельсинки барон Клинкострем появились в городах, в общественных местах и домах среднего класса, откуда постепенно распространились и в сельскую местность, хотя там еще долгое время елка была отчуждена. Еще в 1930-е годы вместо этого было обычным делом украшать дом сосновыми шишками и соломой. Все же в общий обиход традиция устанавливать елку вошла в 70-е годы и на Западе, а затем в других регионах. С начала 20 века рождественская елка стала обычным атрибутом почти во всех финских домах. Ее установили дома и позднее 24 декабря. На верхушку водружали детскую звезду, а ветки украшали конфетами, эльфами, звездочками и яблоками. Последние связаны с Адамом. Рождественскому календарю начали исследования не празднуют как Евы, так и Адам. В 1824 году установлена уличная елка. А вот в Хельсинки рождественскую елку на Сенатской площади стали устанавливать лишь спустя. Там же ежегодно проводится праздничная ярмарка. Уже давно знакомы и сами празднуют Рождество по-сельски имеют свои собственные традиции. Интересно, что же ниже плечи всего бывало дома. Кстати, уже почти 70 лет существует традиция, когда Хельсинки ежегодно дарит рождественские. Друзья, я поздравляю вас всех с праздником и желаю вам всем раукулиста клёвого. В эфире был искусствовед Александр Кулаков.
праздничная сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах и одного ветра на частоте 9610 кВт. Подумайте с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами были Константин Буорти и Валерий Клеткин. До свидания. До свидания. Рождество.